Добрый вечер, дорогие друзья, горожане и гости города. Мы рады приветствовать вас здесь, в Альметьевске, в нефтяной столице Татарстана, во дворце спорта «Юбилейный», где все готово к старту поединка регулярного чемпионата молодежной хоккейной лиги между командами «Спутник» из Альметьевска и «Белые медведи» из Челябинска. Прямо сейчас «Белые медведи» занимают третье место в золотом дивизионе Восточной конференции. «Спутник» занимает аналогичное третье место, но в дивизионе «Серебряном», что на дивизион ниже. Соответственно, соперник противостоит более именитый, более титулованный, и предматчевые расклады на стороне гостей. Но помним мы, что было здесь... двумя днями ранее, когда «Спутник» принимал «Стальных лис», который также представляет «Золотой дивизион», и, соответственно, «Спутник» одержал домашнюю победу со счетом 4-2. Турнирную таблицу «Серебряного дивизиона» вы видите на своих экранах. Вот он, «Спутник», 21 матч и 22 набранных очка. Соответственно, «Белые медведи» 20 матчей, 30 набранных очков. Но насколько корректно сравнивать, учитывая то, что это два разных дивизиона, два разных соперника, ну и, соответственно, другие соперники по дивизиону реже встречаются «Спутнику» и «Белым медведям» соответственно. «Спутник» как раз-таки выиграл у «Ладьи» в гостях со счетом 3-2 в серии «Буллитов». Это был крайний матч гостевой серии. Ну и первый матч домашней серии обыграл «Стальных лис» 4-2. И, соответственно, у «Спутника» две победы к ряду. Если говорить о «Белых медведях», то у них этих побед к ряду насчитывается уже 4. По очередности «Белые медведи» обыграли дома омских «Ястребов» со счетом 4-0. Далее дважды пострадали сибирские «Снайперы» 4-2 и 7-1. Ну и впоследствии первый выездной матч здесь также в Татарстане он был, но в соседнем Нижнекамске «Белые медведи» выиграли у «Реактора» со счетом 4-3. Игра эта просто не далась челябинцам, но, по крайней мере, победу они одержали. Поэтому четырехматчевая победная серия. Останавливаться они не намерены, тем более, что история противостояний «Спутника» и «Белых медведей» все-таки в пользу челябинцев. 22 победы у них, 6 побед у «Спутника», ну и по заброшенным шайбам 103 против 47. Здесь, конечно, преимущество неоспоримое за нашими сегодняшними гостями. Они уже появились на льду Дворца спорта «Юбилейный» и, собственно, сейчас выстроятся в единую шеренгу, дожидая своего соперника, который также не применет себя долго ждать. Хоккеисты «Спутника» уже нам показывают на скамейке запасных своей команды. И прямо сейчас голкипер команды, сегодня это Михаил Никитин, он будет защищать ворот с первых минут, готовится вывести остальных полевых хоккеистов. Предыдущий матч ворота «Спутника» защищал Михаил Коновалов, но Никитин все-таки больше матчей провел, поэтому если сравнивать, у Коновалова матча 11, у Никитина 14, поэтому, наверное, Никитина все-таки назовем основным голкипером, хотя оба плюс-минус равное игровое время получают и, соответственно, свои шансы вполне оправдывают. С Коноваловым прошлый матч команда выиграла, сегодня выходит с Никитиным и также рассчитывает на победу, на продление своей победной серии. Прямо сейчас все внимание на ледовую площадку. Готовимся прослушать гимны Российской Федерации и Республики Татарстан. Ну а после этого целиком и полностью посвятим ближайшие несколько часов просмотру хоккейного поединка.
Прозвучали гимны Российской Федерации, Республики Татарстан. И прямо сейчас по доброй хоккейной традиции капитаны играющих сегодня команд приветствуют бригаду арбитров. Капитанов и арбитров вам незамедлительно представляют. Дмитрий Киржаков, 27 номер, нападающий, капитан «Белых медведей» из Челябинска. И Ильдан Галеев, 41 номер, нападающий, капитан хоккейного клуба «Спутник» из Альметьевска. Главные судьи Никита Мамлин и Дмитрий Кривоносов. Линейные судьи Юлиан Волойский и Ренат Ибрагимов. Заявки команд вам поочередно показывают, собственно, на ваших экранах. Марат Равкатович Аскаров, главный тренер хоккейного клуба «Белые медведи» из Челябинска. Помогают ему Андрей Владимирович Киселев, Владимир Александрович Воронцов и Глеб Игоревич Евдокимов. Заявка «Спутник» также на ваших экранах. Здесь старший тренер команды Сергей Дмитриевич Мордвинцев. Помогают ему Сергей Викторович Порфирьев, Динар Ленарович Латыпов и Ленар Хайдарович Шигапов. Голкиперы с первых команд сегодня играют Михаил Никитин у «Спутника» и Дмитрий Машаров у «Белых медведей» из Челябинска. Ну и стартовые пятерки также незамедлительно вам представляю. Начну по традиции с гостей. Пара защитников Киселев и Урычев. Тройка нападения Кулешов, Горбунов и 87-й номер Алексей Рыкманов. Соответственно, Горбунов сейчас готовится войти в центральный круг и оспорить вакантную шайбу с центральным нападающим «Спутника» первого звена. Это Ахмадулин, по краям Галеев и Сахапов. Пара защитников Михайлов и Самигулин. Ахмадулин и Горбунов за их дуэлью прямо сейчас наблюдаем. Дуэль осталась за Горбуновым. Остальных хоккеистов буду представлять по мере их появления на ледовой площадке. Меня, вашего комментатора, зовут Всеволод Воркин. Говорил я вам, что история противостояний на стороне «Белых медведей». У них 22 победы, у «Спутника» всего 6. И вот 4 из этих 22 побед были одержаны в предыдущем сезоне. Все 4 матча в регулярном чемпионате между этими коллективами сложились в пользу челябинцев. В Челябинске, на Урале, команда хозяев праздновала победу с крупным счетом 4-1 и 7-0. Здесь, в Альметьевске, победы праздновали чуть скромнее 3-1 и 3-2. Общий счет по прошлому сезону 17-4. 4 победы к ряду «Белые медведи» одержали. Прямо сейчас вбрасывание в зоне у ворот альметьевского «Спутника», в зоне у ворот Михаила Никитина. Ну и, соответственно, на это вбрасывание отправляется уже... Обращаю внимание, это, да, 57-й номер, Телегин. Второе звено появилось у челябинцев. Киржаков, Матюшин по краям, Юсупов и Подгузов — пара защитников. Ну и, соответственно, первое звено по-прежнему пока у «Спутника» на площадке. Но сейчас Самигулин отбрасывает шайбу. Шайба уходит на пятак. Михайлов ее подхватывает. Хорошая передача на Шафеева. Шафеев дальше на партнера. Второе звено как раз-таки появилось у «Спутника». Звено Сатина. По краям Шафеев и Каримов. Пара защитников — Садыков и Типков. Каримов вернулся в состав после своей отлучки в одной из национальных команд по своим возрастам. Ну и, соответственно, это, конечно, также хорошая новость в стане «Спутника» перед этим матчем. Собственно, посмотрим, насколько Каримов успел набрать форму после этого тяжелого переезда. Ну и, соответственно, несмотря на свой юный возраст, хоккеист, на самом деле, системообразующий, хоккеист результативный и при удачной игре также может приносить результат своему коллективу. Сатин
доборолся, но шайбу выбросить из своей зоны не успел. С шайбой сейчас Калаяров. Это уже третья пятерка у челябинцев. Быстрее они проводят свою ротацию. Коряев, Тертышный, пара защитников. Якимов, Щеглов и Калаяров, тройка нападения. Якимов. Бросок с острого угла. В сетку с внешней ее стороны попадает Калаяров. Передача на вершину. Бросок оттуда последовал. Мимо цели. Садыков. Шафеев подхватывает шайбу, идет вперед, оставляет ее Сатину. Сатин бросок поворотом наносит. Шафеев был близок к тому, чтобы поразить цель после добивания, но на месте Данил Мушаров. Еще один бросок. После подставления шайбы уходит на угол площадки. Борется за нее активно альметьевцы. Но, наверное, пора уже о смене подумывать. Учитывая то, что сейчас уже четвертое звено появляется у белых медведей, и по-прежнему еще представитель второго звена у спутника на площадке. Но вот потихоньку, да, третье звено у спутника сейчас на площадке появилось. Шайдулин, Вильданов, Бабаев, тройка нападения, Махмутов, Чуканов, пара защитников. Селиванов, Горбунов и Колодий, тройка нападения у белых медведей. Ну и по паре защитников здесь нужно смотреть, поскольку Родионов седьмым защитником заявлен, кто-то ему будет попеременно составлять компанию. 13-м нападающим заявлен 61-й номер Степан Копысов. Но его пока на площадке мы не замечаем, хотя его появление наверняка прогнозируется. Заблокирован бросок. Вильданов останавливает шайбу таким вот гандбольным приемом. Ну а дальше, соответственно, передача на Чуканова. Чуканов слишком сильно на нее передача последовала. Принять ее сходу не смог. Теперь активно борется в средней зоне. Махмутову отходит шайба в свою оборонительную линию. Махмутов из-за ворот делает рубеж. После этого передача на партнера. Но немножко здесь завозился с шайбой Нияр Марданов. И дальше уже подхватывает ее 15-й номер Халилов. Халилов, Аминов, четвертая пара защитников. Мардановы по краям, Радмир и Данияр. Ну и, соответственно, Султан Гиров, центральный нападающий. Вроде бы всех действующих лиц вам представил, кроме резервных голкиперов. Михаил Коновалов у спутника. Ну и, соответственно, Андрей Захаров у белых медведей, но их появление пока как раз не анонсируется, не прогнозируется. Собственно, не так много времени прошло, но и Мушаров и Никитин будут подтверждать сегодня свой высокий класс, и я думаю, что не дадут поводов для замен, если только ничего экстраординарного не произойдет. Сбрасывание осталось за белыми медведями. Тут же последовал опасный бросок. Наносил его Дмитрий Киржаков, капитан команды. Его фамилия пишется через «и», а не как у, хотел сказать, однофамильца. Но нет, в полной мере однофамильца, например, Александра Киржакова назвать нельзя, поскольку Киржакова все-таки через «и» пишется фамилия. Ну, Киржаков также потихоньку набирает популярность. И вполне возможно, что впереди у него действительно не менее яркие и богатые лавры ожидают. Прямо сейчас Киржаков один из лидеров клуба. Ну, кстати, один из ветеранов, так скажем, клуба. Насколько это применительно к молодежному хоккею, но самым опытным хоккеистом его также можно назвать. Вполне точно, поскольку Киржаков и Егор Горбунов единственные представители 2003 года рождения в составе «Белых медведей». Костяк команды составляют ребята 2005 года рождения. Но вот самые опытные как раз-таки Киржаков и Горбунов, и Киржаков постарше будет своего одноклубника. Бросок с дальней дистанции, поворотом Никитина. Никитин видел момент нанесения броска, поэтому все контролировал. Никаких сложностей для него этот бросок не составит. Чуть больше 4 минут сыграно, пока белые медведи больше и чаще времени проводят в атаке, но, собственно, подтверждая свой статус фаворита. Но мы-то помним предыдущий матч спутника здесь, на родном льду Дворца спорта «Юбилейный», который проходил в понедельник, и, соответственно, там спутник также поначалу отдавал инициативу стальным лисам, но после этого смог переломить ход поединка и завершил все достаточно успешно для себя. Бабаев здесь проводит силовой прием, показывая, кто здесь хозяин в родном для себя Дворце спорта «Юбилейный». Но, кстати, родным этот Дворец спорта «Юбилейный» вполне для себя может назвать и главный тренер
челябинских «Белых медведей» Марат Рафкатович Аскаров, поскольку в бытность игроком выступал он за «Альметьевский нефтяник», и я думаю, что поклонники со стажем прекрасно это помнят. Аскаров отыграл здесь один сезон, было это в сезоне 1996-97 годов. Поэтому не в чужой для себя город вернулся наставник челябинцев, но понятно, что цель у него как раз-таки огорчить на текущий момент альметьевскую дружину, поскольку 4 победы к ряду, статус команды золотого дивизиона, который также борется за место под солнцем и пока входит в топ-3 золотого дивизиона своей восточной конференции. И разумеется, что очки терять в нефтяной столице Татарстана он не намерен и, соответственно, наступать на грабли, как это сделали хоккеисты из Магнитогорска 2 дня ранее. Аскаров, я думаю, также не планирует. И думаю, что внимательно изучил он предыдущий матч альметьевцев, выискал сильные и слабые стороны и учел это при инструктаже своих подопечных. Сегодня, как вы, я думаю, уже обратили внимание, обращаюсь к альметьевским поклонникам хоккея, хотя прекрасно представляю, что нас смотрят и в Челябинске, а также в других городах, где нейтральные болельщики просто следят за этим интересным противостоянием. Ну так вот, по поводу заявки спутника, нет сегодня Гимаева. Мы помним, что в предыдущем матче получил небольшое повреждение, держался за плечо, отправился на скамейку запасных и, соответственно, до конца матча уже не появлялся. Сегодня его тоже нет, но будем надеяться, что никаких сомнений, что получил необходимый медицинской квалифицированной помощи. Будем надеяться, что в ближайших матчах он появится в составе. У меня на этот счет нет никакой информации. Здесь я просто говорю о том, что хотелось бы как можно больше и чаще, в принципе, видеть ярких хоккеистов. Тем более, что в этом юном возрасте пожелать им обойтись без травм. Это уже применительно ко всем хоккеистам молодежной хоккейной лиги, вне зависимости от клубной прописки и чьих-то болельческих пристрастий. Получать травмы в любом возрасте неприятно, а в молодом, когда только формируешься, это неприятнее вдвойне. Михайлов. Сейчас активно силовые приемы, и те, и другие проводят. Вот с Бабаева все началось, а дальше уже почин поддержали одноклубники и соперники. Бросок заблокирован. Еще один бросок в расчете на подставление. Наносил его Максим Михайлов, защитник. В предыдущем матче остенским дублем он отметился. Сейчас уже как снайпер хотел себя проявить. Хотя там все-таки бросок тоже, наверное, больше в расчете на подставление. Хорошая контратака у челябинцев. Опасный момент. Бросок поворотом. И как по нотам разыграли эту комбинацию. 1-0 в альметьевске. Белые медведи открывают счет. Отличился после шикарной комбинации нападающий Никита Телегин. Выходил нападающий на рандеву с голкипером, понимал, что соперник его догоняет, будет всячески мешать, поэтому не глядя оставляет шайбу пасом назад. После этого нападающий, который вторым темпом эту атаку поддерживал, вот мы видим 39 номер, также не спешил бросать Андрей Матюшин, а вместо этого, увидев своего одноклубника в более выгодной ситуации, отдает ему, и Телегин уже неумолимо точно. Шикарная комбинация, отдаем ей должное. И, конечно, здесь четко все расписали, как по нотам. Не скажу, что наиграно или нет, но выглядело так, как будто прям вот не в первый раз нечто подобное проводят челябинские хоккеисты. Но, в принципе, мы знаем, что в Челябинске прекрасная хоккейная школа. И много ее выпускников играют на самом высоком уровне, не только в молодежной, разумеется, лиге, в высшей всероссийской теперь уже хоккейной лиге, но и в континентальной, и, конечно же, в национальной хоккейной лиге немало представителей челябинского хоккея, которые играют роль первых скрипок в своей команде. Так что консерватория там просто замечательная. Хоккейная, разумеется. Для Никита Телегин эта шайба становится третьей. Еще 12 раз он ассистировал партнером. Всего у него 15 набранных очков. В 20-м для себя матче, чуть меньше результативного балла за игру, набирает этот нападающий, которого все-таки больше, наверное, в Челябинске привыкли видеть в роли ассистента. Но, как мы видим, иногда и судьба, и партнеры и ему возвращают должок. Не все Телегину раздавать шикарные передачи. Могут и его партнеры вознаградить. Отбили здесь медведи, и сейчас они снова идут на штурм ворот Никитина.
хорошая перепасовка. Выходит хоккеист на ударную позицию, но если он видит, что кто-то находится в более выгодной позиции, то не бросает, как мы порой привыкли видеть, а все-таки старается наградить передачи партнера. Обычно хоккеисты говорят, что бросок – это не ошибка, но челябинцы здесь определенную доработку этой аксиомы сделали и пытаются из броска извлечь еще более лучший бросок, еще более лучшую позицию для броска. Как мы видим в эпизоде заброшенной шайбы, это принесло свои плоды. Перехват за Аминовым. Практически без остановок у нас проходит игра, достаточно в высоком темпе. И вот только сейчас фиксируется проброс. Вбрасывание будет в зоне у ворот альметьевского спутника. Есть возможность... Ну, альметьевцы, да, не стали ее использовать. Команда при пробросе не меняется. А атакующая команда, которая идет в чужую зону, в принципе, только появилась на площадке. Поэтому Султангиров остается и, собственно, отправляется на точку вбрасывания. По краям у него братья Мардановы. Опасный бросок носил его Иван Селиванов. Аминов. Есть возможность для контратаки у Сахапова. Зашел в зону, а дальше уже передачу на Ахмадулина сделать не смог. Борьба у синей линии. Из нее спутник выходит победителями. Момент для броска. Хороший бросок наносит защитник спутника. Это 71 номер. Да, разумеется, Рашид Самигулин. Один из самых результативных защитников лиги. На его счету прямо сейчас 20 набранных очков. Это лучший результат в команде. То есть больше всего в команде спутник из Альметьевска набрал защитник Рашид Самигулин. Ну и представьте, у него 6 заброшенных шайб и 14 голевых передач. По голевым передачам среди защитников он лучший хоккеист лиги. По количеству заброшенных шайб также находится в топе. Но один из его ближайших преследователей — это Юсуп. Хоккеист «Белых медведей», он также сегодня на площадке, 42-й номер защитник. У него 5 заброшенных шайб. Так что защитники с броском есть в каждой из этих команд. Но, собственно, Самигулин и Юсупов в этом сезоне по 6 и 5 шайб, соответственно, забросили в ворота соперника. Садыков. Двоих собрал, шайбу забросил и, соответственно, принимает ее Каримов на углу площадки. Надо помочь Каримову. Отправляется на взаимовыручку одноклубник. И спутник прибирает шайбу к своим рукам. Сивков. Борьба в средней зоне. Белые медведи выходят из нее победителями. Может быть, бросок. Садыков его блокирует. Ну а дальше Каримов вездесущий, везде успевает. Контролирует сейчас шайбу хоккеисты «Белых медведей», но пока заканчивал эту фразу, досталась она альметьевскому спутнику. Махмутов. Удивительный момент, на самом деле, показательный сейчас был. Вроде бы ничего такого интересного стороннему взгляду, но вот обратил внимание, что сразу 3 хоккеиста «Белых медведей» старались прессинговать соперников, перекрывая хоккеистов, которые предлагали себя в качестве адресата передачи у Махмутова. То есть привыкли мы, что обычно в активный прессинг идут одним или двумя, это уже называется активным. Как же назвать тогда прессинг хоккеистов из Челябинска? Гиперактивным? Можно и другие эпитеты и синонимы подобрать, но факт остается фактом. Действительно, как только теряют шайбу, идут в очень активный прессинг и стараются тут же ее прибрать к своим рукам. А тут такие передачи еще продольные проходят в расчете на подставление. Сейчас мы это подставление наблюдали. Первая передача адресата не нашла ее, встретил одноклубник из Челябинска уже на
противоположном борте. Ну а прямо сейчас вторая передача прошла, и как раз таки могло быть опасно. Там шайба в нескольких сантиметрах со стойкой разминулась. Сейчас тоже момент очень опасный. Горбунов. Передача на партнера. И дело пока до броска не доводит. Но обратите внимание, как очень хорошо играет мелкий и средний пас челябинцы. И дрожат очень сильно шайбы. Не ведется подсчет в хоккее такого показателя, как контроль владения шайбой, но думаю, что челябинцы были бы по этому показателю в лиге в числе лучших. Спутник. Отбирает хоккеисты спутника шайбу. Ну, еще один штришок к общему рисунку игры. Даже если хоккеист противоборствующей команды не успевает отнять вовремя шайбу, он все равно соперника без такого тычка дежурного не оставляет. И уже потихоньку так начинают трещать борты здесь, во дворце спорта «Юбилейный», потому что это не только к спутнику относится, который старается встречать соперника. Называется во всеоружие и оказывает ему холодный прием в своей зоне, но и к челябинцам, которые приняли эти правила игры и, собственно, отвечают взаимностью. Белые медведи в атаке. Опасный момент, выручает Никитин свою команду. Чем ответит спутник? Ахмадулин подхватывает шайбу в своей зоне, смещается в центр, заходит в чужую зону. На коротке передачу нужно было отдавать, но там, собственно, можно было этого и не делать, поскольку прозвучал свисток арбитра. Когда Ахмадулин входил в зону, в этот момент уже находился его одноклубник в зоне и, соответственно, офсайд был зафиксирован. Вбрасывание будет на входе в зону белых медведей из Челябинска. Прям перед синей линией. И, соответственно, Сатин отправляется на точку. Компанию ему составляет Михаил Щеглов. Сатин номинально второе звено спутника. Михаил Щеглов – это третье звено белых медведей из Челябинска. Ну, соответственно, выиграно было вбрасывание альметьевцами. А дальше развить успех не удалось. Забросили шайбу в чужую зону, но серия взаимных потерь, и уже челябинцы ею завладели, и сейчас будут стараться перевести игру к чужим воротам. Хороший был прокат у Клоярова, но ничем для команды он полезным не завершился. Каримов. Шафеева пытался найти ближней передачей, однако немножко перестарался. При этом спутник даже стеряет шайбу. Тут же также активно идет в отбор. Также, потому как минуты ранее нахваливал по этому компоненту белых медведей. Но спутник здесь тоже старается не уступать. И, соответственно, потерял шайбу. Сразу хоккеист бежит ее отнимать, что вполне логично, разумно. Иначе белые медведи так и будут с ней кататься. Ровно 5 минут до окончания периода. Промежуточные итоги, если подводить, хотя, наверное, рановато, что-то может еще поменяться и наверняка поменяется. Но белые медведи владели чуть большим преимуществом, чуть больше атаковали на правах фаворита. Однако одна шайба, дефицит в одну шайбу, это абсолютно не приговор. И, соответственно, у спутника большая часть матча еще впереди. Думает, что тренерский штаб внесет определенные корректировки в связи с тем рисунком игры, который белые медведи предлагают спутнику за счет мелкого и среднего паса, пытаясь проходить до чужих ворот. И спутник сможет наладить игру в отборе во второй и, соответственно, в третьей 20 минут. Ну, а прямо сейчас вбрасывание в зоне у ворот Михаила Никитина. Султангиров со товарищами появляется на ледовой площадке. Свежая пятерка хоккеистов. Но уступил Султангиров на точке вбрасывания Горбунову. И, собственно, сейчас первое звено челябинцев старается комфортно раскатиться в чужой зоне. Но сделать это непросто. Здесь Халилов мешает противнику. Дальше уже сам Султангиров вступает в отбор. Борьба 2 в 2 у закруглений, из которой победителями выходят челябинцы. А дальше опасный бросок и 2-0. Вальметьевские белые медведи укрепили свое преимущество. Горбунов забрасывает эту шайбу. Центральный нападающий первого звена.
не Горбунов. Горбунов в ассистентах. Все-таки забрасывает шайбу Леонид Кулешов. 56-й номер. Вот как раз-таки Горбунов владел шайбой. Оставляет ее Кулешову. И Кулешов четко одним касанием отправляет ее под дальнюю стойку. Без шансов для Михаила Никитина. Для Кулешова шайба становится четвертой. Еще шесть раз он ассистировал партнером. Десятая, набранная очков в 20-м для себя матча. Снова Медведь в атаке. Самигулин выбрасывает шайбу по борту, но достается она челябинцам. Неприятный момент. Селиванов. Володей. Бросок поворота. Мы здесь уже Никитин последнее слово оставляет за собой. Свежая пятерка хоккеистов выходит у челябинцев на точку сбрасывания. Здесь как раз звено Телегина, автора первой заброшенной шайбы. Собственно, сам попадающий под 57 номером отправляется на точку, где составит компанию Сатина. Сбрасывание остается за Телегином. Бросок. Никитин отбивает перед собой. Полевые хоккеисты подстраховывают. Шафеев. Сатинов прорыв пускает. Но здесь сбивает Данил Мишаров. Выбросит шайбу в направлении своих полевых хоккеистов. Проброс зафиксирован. 3 минуты 33 секунды. Три тройки застыли на табло. Красавцы видеокубы во дворце спорта юбилейный. И счет 0-2, из которого спутнику предстоит отыгрываться. Жена Вильданова на площадке у альметьевцев. И Зимой Телегина по-прежнему у челябинцев. Вышеназванные персоны сейчас оспорят вакантную шайбу. Вильданов, Бабаев. Хороший момент, но здесь упал Бабаев. Все-таки без посторонней помощи. Судьи оказались рядом. Но сейчас вообще пока игра у нас проходит достаточно корректно. Если вы обратили внимание, ни одного удаления. И даже вот по мелким штришкам я говорил, что команды друг друга без тычков не оставляют. При этом достаточно корректно действуют по отношению к голкиперам. Мы привыкли иногда, что в матчах принципиальных, где идет такая вот рубка на льду, периодически голкиперов начинают прессинговать. И, например, вратарь накрыл шайбу, а в это время хоккеисты команды соперника пытаются ее там подковырнуть. Здесь, если вратари накрывают шайбу, то, собственно, соперники их стараются объезжать, тем самым показывая и выказывая уважение к сопернику, стараясь решить исход поединка в честной спортивной конкурентной борьбе без каких-то вот мелких провокаций. Это вызывает определенное уважение к сегодняшним соперникам. Ну и, собственно, матч, на самом деле, достаточно интересно смотреть. Несмотря на счет, который, я думаю, альметьевских поклонников хоккея прежде всего не устраивает, а их сегодня немало во дворце спорта юбилейный, не менее сотни болельщиков точно. Вот здесь вот в регулярный день, в будничный, после рабочего дня, действительно, не меньше сотни поклонников хоккея предпочли как раз-таки приехать во дворец спорта юбилейный, чтобы воочию насладиться хоккейным матчем. И понятно, что счет не очень устраивает, но спутник нельзя обвинить в недостатке желания. И, соответственно, команда делает все возможное для того, чтобы исправить ситуацию. И спортивный бог любит трудолюбивых, как говорят. И, собственно, рано или поздно спутник придет в себя. Вот говорил я, что практически без удалений, но под занавес периода спутник как раз-таки получает шанс для реализации большинства. Первое удаление в этом матче. Калаяров излишне настырно пошел на голкипера, что мы также обсуждали по ходу репортажа, и получает за это 2 минуты. Шанс для реализации большинства у спутника, поэтому показатель команды занимает 26 место. 81 попытка, 15 заброшенных шайб, процент реализации 18,5. Опасный момент. 58. Команда белые.
Что касается белых медведей, то они входят в тройку лидеров по нейтрализации большинства среди всех команд молодежной хоккейной лиги. Здесь и Восток, и Запад, и золото, и серебро. Соответственно, 88 удалений, 9 пропущенных шайб, процент нейтрализации 89,8. Ну и при этом 2 шайбы в меньшинстве команды забросили. Так что большинство заработали, это, конечно, плюс, но это большинство нужно будет реализовать. По нейтрализации большинства белые медведи входят в тройку, и так что задача, на самом деле, усложняется статусом соперника. Галеев. Хорошо, идет по правому борту, разворачивается, собственно, и атаку разворачивает своей команды. Самигулин, замах на рубль вместо этого передачи на партнера. Еще одну передачу дирижирует по разным флангам, направляя шайбу. Но, может быть, и сам все-таки бросит. Нет, отдает передачу и ошибается с ней в адресате. Шайба достается хоккеистам белых медведей. Опасный момент. Бросок поворотом. И сейчас могли они в меньшинстве отличиться. Слишком играючи. Якимов здесь разобрался с двумя защитниками альмитского коллектива. И только мастерство Никитина, который своими действиями немножко так помешал и даже, скажем, смутил нападающего, уберегло альмитицев от третьей пропущенной шайбы. Каримов. Садыков. Хороший бросок, добивание будет ли? Нет, в итоге отбрасываются хоккеисты белых медведей. И здесь звучит сирена, которая возвещает о перерыве. Прямо сейчас команда отправляется в раздевалку. Доложу вам, что еще 4 минуты сидеть на скамейке штрафников. Этот штраф принесет на второй период Илье Калоярову. Ну и, соответственно, 0-2 у нас на «Красавце Видеоклубе» в пользу белых медведей. Заброшенными шайбами отличились нападающие хоккейного клуба из Челябинска. Телегин Никита. И вторую шайбу забросил Леонид Кулешов. Да, все верно, сам себя перепроверял. Соответственно, прямо сейчас нам показывают повторы самых ярких и опасных моментов. Пристреливались с первых минут челябинцы к воротам Михаила Никитина. Ну и в 7-й минуте матча смогли подобрать ключи к этим самым воротам. Сейчас нам эту комбинацию покажут. Много силовых приемов. Здесь вот Галеев четко отправил соперника на свою скамейку запасных. Ну и вот как забрасывал шайбу Телегин. В этой голевой комбинации приняли участие Дмитрий Киржаков и Андрей Матюшин. Ну и, соответственно, Телегин завершал усилия партнера. Вторая шайба была заброшена уже под занавес периода на 16-й его минуте. Сейчас мы ее с вами тоже увидим. Ее автором стал Леонид Кулешов. А результативными передачами отличились Егор Горбунов и Алексей Рыкманов. Обе шайбы были заброшены в равенстве. Спутник в этом матче еще не удалялся. Единственное удаление белых медведей пришлось как раз на концовке периода. Илья Калояров 2 минуты за удар клюшкой. И, соответственно, 4 секунды он отсидит свой штраф еще во второй 20 минут, после чего появится на ледовой площадке. Со счетом 2-0 отправляемся на перерыв. Увидимся во втором периоде.
Дорогие друзья, возвращаемся в Ледовый дворец спорта юбилейный, где все готово к старту второй 20-минутки матча между «Спутником» из Альметьевска и «Белыми медведями» из Челябинска. Это регулярный чемпионат молодежной хоккейной лиги. И пока нам показывают яркие моменты и повторы стартовой 20-минутки, соответственно, озвучу вам ее статистику. По броскам 14 против 31, двукратное преимущество белых медведей. По броскам в створ 5 против 18, там более чем трехкратное преимущество гостей. По вбрасываниям 4 против 13, еще раз трехкратное преимущество гостей. Ну и, соответственно, силовые приемы 9-2 здесь уже в пользу «Спутника». Перехваты 3 против 8 в пользу белых медведей. Ну и самое главное, это счет на табло 2-0. Точные броски Никиты Телегина и Леонида Кулешова позволили челябинцам уйти на перерыв, ведя в счете с комфортной разницей 2 шайбы. Но вот выйдут они в численном меньшинстве, поскольку еще 4 секунды будет сидеть на скамейке штрафников нападающий Илья Колояр. Скамейки перекрестные, хоккеисты появились на ледовой площадке. У «Спутника» численное большинство. 4 секунды номинально, плюс еще пару секунд понадобится Колоярову, чтобы доехать из штрафного бокса до своей зоны. Так что можно успеть выиграть вбрасывание и, соответственно, нанести бросок, либо сделать пару передач для того, чтобы поймать голкипера на противоходе. Но все эти помыслы разбиваются о суровую действительность, поскольку вбрасывание выиграли челябинцы, и сейчас уже Клояров направляется в зону атаки, поскольку шайба там находится, и «Спутник» сейчас переходит из обороны в атаке. Бросок просчется на подставление. Еще один бросок заблокирован. Шайба уходит на свободный лед. Ее челябинцы подхватывают и пытаются выйти из зоны. Сделать это не удается, поскольку Сахапов здорово сыграл в отборе. И сейчас активно прессингует соперника. Но соперника одной-двумя передачами старается уйти из-под опеки. Удается все-таки истин «Спутника» прибрать шайбу ненадолго к своим клюшечкам. Но Галеев с передачи ошибся. Есть возможность для контратаки. Незаурядный дриблинг здесь показывал Илья Колояров, вышедший с скамейки штрафников. Но этот дриблинг не стал сюрпризом для обороняющегося хоккеиста альметьевской дружины. Потому Колояров не смог выйти на оперативное пространство и завершить дело броском поворота. В итоге дело до броска все-таки доходит, хоть и не сразу. Этот бросок блокирует и фиксирует у себя Михаил Никитин. Вбрасывание в зоне у его ворот. Передача проходит на пятак. После этого следует опасный бросок с неудобной, но от этого не менее опасной позиции. Была убойная, но удалось «Спутнику» отбиться. Сейчас пытаются перевести игру из обороны в атаке. Каримов борется за шайбу на площадке. Шайба достается одноклубнику. Наброс на ворота до Каримова. Шайба не доходит. Шафеев отдает удачно шайбу. И Каримов ее забрасывает, заносит буквально в воротах. Хорошая двухходовка. Шафеев отдавал на партнера, который тут же увидел Каримова на дальней штанге. Каримов шайбу получил, сместился в центр. И получите, распишитесь. 1-2. Забрасывает 19 номер Руслан Каримов. Очередную шайбу показывает нам ее на повторе. Хороший дриблинг показал. И в ближнем бою Машарова переиграл 1-1. Пытался там оказать сопротивление Андрей Подгузов, но сделать ничего с нашим Каримовым не смог. Для Каримова, главного бомбардира команды, если говорить про нападающих, эта шайба становится 10-й. Еще 7 раз ассистировал партнером. Всего у него 17 набранных очков. У Самигулина защитника 20. А ближайший преследователь Каримова — это Ильдан Галеев. В предыдущем матче Галеев в отсутствие Каримова отличился дублем. События это не связаны, просто факт так рядом поставил. Аплодисментами встречают объявление диктора о взятии ворот и, соответственно, озвучивание фамилии автора заброшенной шайбы и его ассистентов. Ну а в это время белые медведи были близки к тому, чтобы еще одну шайбу забросить. Однако
все их попытки разбились о надежную игру Михаила Никитина. Выиграно вбрасывание челябинцами, однако дальше уже хоккеисты спутника подхватили шайбу. Опасный момент, Галеев выходит на ворота, и где шайба, пересекла или нет? Давайте проверять, давайте смотреть, потому что показалось, что Машаров упустил ее буквально там на сотую секунду. И в это время она могла пересечь линию ворот. Не сужу об этом достоверно, поскольку только повторы с разных ракурсов покажут нам ситуацию. Но вот здесь уже сам Машаров в воротах находился. И все-таки действительно вопрос, пересекла ли шайба линию ворот, остается открытым. Возможно, с этого ракурса мы с вами увидим точно. Нет, этот ракурс нам... 100% ответа на вопрос не дает. Поэтому у судей сейчас достаточно тяжелая работа. Будут они также отсматривать пленочку, пытаясь понять, пересекла ли шайба ленточку или нет. Напомню, для того, чтобы шайба была зафиксирована, она должна пересечь ленточку полностью. Да, в ассистентах у Каримова Григорий Сатин и Донат Шафеев, собственно, вы это видели и в прямом эфире взятия, и на повторе внимательно могли увидеть всех активных, принимающих участие в голевой атаке лиц. Ну и, соответственно, сейчас мы уже смотрим за шайбой, которая может быть засчитана на Ильдана Галеева. Но здесь действительно сложно определить, может быть, с этого ракурса у нас будет точный ответ. Очень сложно. Не берусь судить. Есть у нас для этого специально обученные люди высокой квалификации. Еще раз скажу, главные судьи Никита Мамлин и Дмитрий Иванов, линейные судьи Юлиан Валуйский и Ренат Ибрагимов. Так или иначе, не отменяя многочисленные просмотры, тот факт, что провалилась оборона челябинцев, и шикарный проход Ильдана Галеева, который не исключено, кстати, что завершился взятием ворот с этого повтора, по крайней мере. Давайте слушаем вердикт арбитра. Нет, не защита на шайбу, хотя вот как раз таки последние повторы склоняли вашего покорного слугу мысли, что может быть и пересекла. Но так или иначе, судейская бригада приняла решение. И, соответственно, оспаривать его ни в коем разе не будем. Тем более, что арбитры посмотрели пленочку с разных ракурсов и сделали, возможно, непростое, но то единственное верное решение, которое они уже озвучили хоккейной общественности. Поэтому принимаем как данность. Счет у нас остается 1-2. Ну, соответственно, спутнику, значит, в следующий раз нужно уже забрасывать так, чтобы никаких споров и разночтений не было по поводу вопросов взятия чужих ворот. Сейчас Челябинская крепость устояла. Вот устоит ли Альметьевск? Да, спасает здесь Никитин свою команду. Между тем, атака продолжается. Белые медведи и не думают отступать. Были они на волоске от того, чтобы буквально в течение минуты растерять преимущество, которого добивались на протяжении периода. И, соответственно, определенные выводы и уроки из этого должны были сделать. Но определенные выводы должны сделать и хоккеисты спутника. Поняли они, что не так страшен соперник, как это могло показаться. И, соответственно, если планомерно и методично играть в свой хоккей, хоккей, который ставит старший тренер команды Сергей Дмитриевич Мартвинцев, то можно добиваться с ним успеха, даже если против тебя такой обученный противник. Поэтому тем интереснее будет наблюдать за развитием событий во второй 20-минутке, что мы сейчас с вами с интересом и делаем. Бросок по воротам, мимо створа проскакивает шайба, атака между тем продолжается. Белые медведи не теряют попыток упрочить свое преимущество, и сейчас отбрасывается спутник. Он на подборе снова челябинские хоккеисты. Хорошая передача на 27-го номера. Это
Дмитрий Киржаков, капитан команды. Он с разворота отдает передачу на противоположный борт. А может быть, в расчете на то, что кто-то со средней дистанции бы там попробовал эту шайбу перенаправить в сетку вражеских ворот. Но так или иначе, адресат встретился с шайбой только у противоположного борта. И сейчас снова меняют фронт атаки. Но прозвучал свисток, и ждем решения арбитров. Нет, здесь нет дисциплинарных взысканий, но так или иначе игра остановлена, и сбрасывание будет в зоне у ворот Михаила Никитина. Щеглов на точке вбрасывания. Показывает нам сосредоточенное лицо центрального нападающего челябинского коллектива. Так, сосредоточенно подошел, оставил вбрасывание за своей командой. Ну а дальше борьба в средней зоне просто не будет. И эта борьба уже остается за спутником. Еще раз обращаю внимание, активно тремя идут в отбор челябинцы и периодически добиваются этим успеха. Свежая пятерка хоккеистов появляется на Альметьевском льду в составе хозяйского коллектива. Звено Вильданова на площадке. Там, собственно, кроме Вильданова на точку вбрасывания Бабаев может стать, поскольку в предыдущем матче он сам играл центрального. И, собственно, большую часть сезона играет центрального в четвертом звене. Сегодня приведен крайним нападающим в третье звено, но навык, думаю, за один матч не растерял точно. Наброс на ворота, где шайба, заметалась она, и в итоге бросок, и проследовала мимо створа. Там находился уже на льду Михаил Никитин. Не сказать, что был полностью отыгран в эпизоде, но, по крайней мере, частично встать и перегруппироваться ему уже было проблематично. Поэтому бросали в пустой верхний угол челябинцы, принимая во внимание тот факт, как располагался голкипер команды соперника. Но в этот верхний угол еще нужно было попасть. Это уже не бросок, а передача. Передача перехваченная. Отбрасываются сейчас хоккеисты спутника. Доходит шайба до заскучавшего Данила Машарова. Как нож сквозь масло сквозь оборону соперника сейчас проходил Егор Горбунов. И как-то вот слишком гостеприимно принимали его игроки альметьевской дружины. Может быть, есть установка лишний раз не палить, но все-таки в борьбу вступать в любом случае придется. Поскольку Мушаров там слаломным проходом одного за другим проходил соперников, и это могло довести до неприятностей альметьевский коллектив, который и так уступает в счете на равном для себя льду. Активный момент мог бы быть, но уже упущен. А здесь нет офсайда, можно играть. Бросок сходу Сахапов наносил. Попал в полевого хоккеиста команды противника. И шайба ушла к левому борту. По-прежнему нефтяник за нее, спутник за нее активно борется. Ахмадуллин. Будем выигрывать борьбу у Подгузова. После этого передача на пятак, и Сахапов с близкого расстояния наносит бросок, который в итоге не становится голевым. Еще один бросок, и в этот раз уже Мушаров выходит немножечко из ворот и принимает снаряд на себя, фиксируя его в своей ловушке. Перспективная атака, хороший бросок, отпусти Мушаров шайбу, перед ним находился хоккеист спутника, и добивание могло быть чревато последствиями для челябинцев, однако сейчас Мушаров все сделал грамотно, правильно, и никаких шансов альметьевцу не оставил.
Сантин. Шафеев. Вот шайба на периметр. Хороший бросок. Машаров отбрасывает шайбу. В бок на угол площадки по канадским вратарским канонам мастерства. Ну а дальше уже полевые хоккеисты его подстраховывают. Спутник активно идет. Прессинг двумя. И сейчас чуть было не накрыли соперника в их зоне. Телегин. Двоих на себя собрал. После этого передача на угол. И дальше уже перевод на противоположный борт. На дальнюю штангу. Пытаются поймать голкипера на перемещении. Челябинцы. Но не все их передачи в итоге доходят до адресата. Падает Каримов. Смотрит на арбитра. Свисток молчит. Нужно продолжать играть. Бабаев. Передача на пятак все-таки смог выдать в борьбе против двух соперников. Ну а дальше уже игра была остановлена и покинула шайба. А нет, здесь нарушение правил все-таки зафиксировано на Бабаеве. Лев Бабаев зарабатывает для своей команды 2 минуты. Ну а соответственно эти 2 минуты едет отбывать Кирилл Коря. Да, еще раз смотрим. Бабаев здорово принимает. Из борьбы под двух отдает передачу. Но, собственно, если бы Кореев не насел на Бабаева, Бабаев мог бы и более точно наградить эту передачу партнера. А так 2 минуты есть возможность для реализации большинства. И, соответственно, возродить, даже не то, что возродить, а закрутить интригу до предела, если спутник сравняет счет. Собственно, интрига никуда не пропадала. 1-2. Минимальное отставание, которое вполне себе ликвидируется здесь. Галеев немножко недопонял своего одноклубника. Самигулин ему передачу давал. Галеев рассчитывал, что там Сахапов эту шайбу подхватит, поэтому ее пропускал. Но так или иначе смогли дело довести до броска поворотом. 25 секунд в большинстве спутник уже провел. Сатин против Телегина. Отбрасываются челябинцы. Никитин останавливает шайбу за своими воротами. Оставляет ее своему полевому одноклубнику. И дальше уже спутник из глубины конструирует новую атаку. Сатин. Передача на коротке. Слишком сильная. Хорошо Тихов сыграл в отборе. Снова предоставил шанс своей команде завладеть шайбой и сконструировать новую атаку. Шафеев. Не покинул шайбу. Нет, все-таки покинул шайбу предел чужой зоны. И Садыков будет ее уже догонять возле своих ворот. Транзитом через Никитина. Как раз таки Садыкову она достается. Третью попытку построить атаку из глубины предпринимают альметьевцы. Цепков дает шайбу в чужую зону. Сам по борту разворачивается, отдает на вершину. Садыков. Передача на партнера слишком сильную. Снова получает. Шафеев выпрашивает передачу. Ее также получает. Садыков. Будет ли бросок? Своего попадает Каримова. Каримову там, собственно, и передачу-то можно было отдать. Он совершенно один находился. Он сейчас между четверых челябинцев в центре кружит. В расчете на то, что пойдет ему передача, он из средней зоны сможет комфортный бросок нанести. Но вместо этого наброс на ворота и фиксирует Шаров шайбу. 2 секунды осталось играть спутнику в большинстве. Но матч потихоньку к экватору у нас близится. Соответственно,
Спутник во втором периоде смог отыграть одну шайбу, был близок ко второй, но там судьи после просмотра видеоповтора приняли решение, что ленточку ворот она не пересекла. И во втором периоде Спутник больше и чаще атакует. Это заметно, как команда прибавила. Но появляется хоккеист из штрафного бокса, и который мог рассчитывать на то, чтобы убежать на рандеву с голкипером. Однако вовремя подоспели альметьевцы и смогли отобрать шайбу. Исправили собственную оплошность. Челябинск по-прежнему в атаке. В равных составах в формате 5-5 продолжается выступление команд. Рахманов там накручивает одну карусель за другой, но в итоге хоккеисты Спутника смогли шайбу отобрать. Медведи в атаке, смещение в центр, бросок по воротам. По-прежнему активный Алексей Рыкманов. Выброс шайбы. И успевает к ней первым хоккеист Спутника. А дальше передачу партнера из-за ворот отдает. И здесь пересекла шайба линию ворот. Будет ли засчитана? По-моему, там чуть раньше свисток прозвучал. Слишком активны были хоккеисты Спутника на пятаке. И, соответственно, взятие ворот засчитано не будет, поскольку свисточек уже прозвучал. Да, еще раз смотрим. Здорово, передача из-за ворот. Бросок с острого угла. Здесь момент броска, шайба зафиксирована, линия ворот не пересекла. А дальше уже чуть-чуть подтолкнул вратаря атакующий хоккеист альметьевской дружины. И, соответственно, Машаров был вынужден расстаться с шайбой, которая ленточку ворот пересекла. Свисток на этот момент, еще раз скажу, прозвучал. Поэтому здесь даже видеоповтор не понадобится. Все и так предельно ясно. Другое дело, что дважды шайба могла быть заброшена. Проход Галеева и вот этот момент дважды. В итоге по разным причинам взятие ворот не зафиксировано. И самое время уже наконец-то легитимно забрасывать чужие ворота хоккеистам Спутника для того, чтобы восстанавливать равенство. Другое дело, что и Медведи сейчас могут очнуться от этой спячки на старте второго периода и потихоньку вспомнить себя былого образца стартовой 20-минутки. А это уже совсем другая команда была. И, соответственно, показать свой хищный характер. Легин против Ахмадулина. Вчастую Телегин выиграл вбрасывание. На самом деле, уже после первого периода, глядя на статистику, немножко так вот от удивления округлились глаза, поскольку, ну, такое трехкратное преимущество по вбрасыванию — это не то, на что рассчитывает команда хозяев, принимая соперника. В атаке. Здорово, Самигулин шайбу отнял. После этого передача на партнера. Дальше сам шел на подставление, но мимо шайбы промахнулся. Сахапов, Самигулин. Отобрал шайбу. Дальше Сахапов ее подхватил. Хорошее владение клюшкой показывает. В итоге с двумя там разобрался и сохранил владение шайбы для своей команды. Никитин не стал фиксировать. Бросок поворотом отбивает Никитин шайбу. Ну а дальше хоккеисты Спутника выбрасывают, однако из своей зоны полностью выбросить ее не смогли. Она по-прежнему находится там, в зоне атаки челябинского коллектива. Ну и сами челябинцы не оставляют попыток за эту шайбу зацепиться. Перехватывают ее хоккеисты Спутника. Сейчас быстрый переход из обороны в атаку. За счет мелкого и среднего паса, но слишком далеко от себя, отпустил шайбу Алексей Типков, защитник, который по эпизоду оказался впереди планеты всей. Дальше, чем нападающий к чужим воротам.
Но это нормальная практика. Собственно, пятеро атакуют, пятеро защищаются. Тенденция современного хоккея. Тот факт, что Типков был ближе к чужим воротам, нежели чем нападающие, никого не должно удивлять. Ну и тем более, вы помните еще раз статистику по набранным очкам индивидуального хоккеиста «Спутника». Там на первом месте идет защитник Самигулин. Шесть минут 45 секунд играть командам во второй 20 минут, которые пока локально остаются за «Спутником», но общий счет все-таки по-прежнему на стороне белых медведей. Еще одно вбрасывание наблюдаем в зоне армейского коллектива. Остается оно за хоккеистами «Спутника». Махмутов шайбу подхватывает. Передача на партнера. Выброс в чужую зону. Успевает к ней первым игрок армейской дружины. Это Шайдулин. Ну а дальше последовала попытка броска, которая успехом не увенчалась. Нужно уже теперь «Спутнику» и об обороне своих владений подумать. Чуканов. Дулин подхватывает шайбу в средней зоне, но здесь звучит свисток, и игра остановлена. Открывается штрафной бокс, и, соответственно, на 2 минуты для Шайдулина игра в ближайшее время пройдет именно там, в штрафном боксе, откуда он будет смотреть за тем, как квартет его бравых одноклубников будет сдерживать размашистые атаки челябинских белых медведей. Ну, а, соответственно, медведи сейчас будут стараться выйти из спячки и попробовать отличиться и во втором периоде. В первый отгрузили они в ворот соперника 2 шайбы, во втором пока сами регулярно отражают атаки команды противника. Одну пропустили легитимно, одна была незасчитана, и еще одна была уже после свистка. Соответственно, счет у нас пока 1-2, но при этом тревожные звоночки не то что звучат, а бьют на бат колокола, возвещая о том, что трещит по швам порой оборона белых медведей во второй 20 минутке, и нужно немножко усилить игру при обороне своих ворот и, соответственно, приложить чуть больше усилий и при атаке ворот команды противника. Есть на это 2 минуты большинства, теперь уже минуты 20 большинства у белых медведей, и это время они стараются максимально полезно использовать, проводя его у владений Михаила Никитина. Селегин. Киселев. Бросать не стал, отдает партнеру на правый борт, снова получает, дирижирует здесь Киселев атакой своей команды, теперь через центр играет, но бросок со средней дистанции не последовал. Шайба у Михаила Щеглова. Передача из-за ворот. Киселев, бросок заблокирован. Галеев, кстати, бросочек этот заблокирован. И Галеев по-прежнему на льду, даже не прихрамывает, несмотря на то, что достаточно болезненно. Соприкосновение с шайбой, стоит полагать, было для Галеева. Юсупов. Рыбманов. Юсупов. Горбунов. Доверного сейчас белые медведи разыгрывают эту шайбу. Бросок по воротам. Ну а через считанное количество секунд уже появится 5-й хоккеист у «Спутника». Да, собственно, так оно и происходит. И застает он как раз эпизод, в котором Михаил Никитин чуть выехал из ворота и зафиксировал шайбу в своей ловушке. В равных составах продолжится
этот поединок. 4 минуты и 2 секунды до конца второй 20-минутки. Атака белых медведей в этом периоде по-прежнему на сухом пайке. Спутник в атаке. Бросок поворотом. Бабаев его наносил. Снова Бабаев. Шайба по борту. Встретить ее некому. Юсупов выбрасывает из своей зоны подальше. Ну и здесь уже первым к ним поспевает Азамат Махмутов. Каримов. Проброс зафиксирован, и вбрасывание будет в зоне у ворот белых медведей. Ну а здесь обращаю внимание вас, уважаемые телезрители, Каримов и Подгузов там сошлись в небольшой перепалке. Не всем доволен был нападающий армейского коллектива, тем, по крайней мере, как против него действовал защитник из Челябинска. Но, соответственно, раз эти действия были в рамках свода отведенных хоккейных правил, и арбитр нарушений в них не усмотрел, то, конечно, необходимо играть, а не расточать свое мастерство и свой запал на этот матч, на ненужные диалоги с соперником. Каримов, опасный момент, бросок и 2-2 в Альметьевске. Вот так вот по-спортивному ответил Каримов, вернувшийся в состав, вернувшийся в Альметьевск после вызова в национальную сборную своих возрастов. И, соответственно, Руслан Каримов две шайбы забрасывает во второй 20-минутке. Получите, распишитесь. Еще раз шикарную комбинацию наблюдаем. Хорошая передача на Каримова. И Руслан просто безукоризненно точен в этой ситуации. Хорошо так качнул корпусом голкипер и отправил снаряд точнёхонько в ближнюю девятку ворот Данила Машарова. Выделим автора передачи, тем более, что это ассистентский дубль, Григорий Сатин. Именно он сделал эту разрезающую конфетную передачу на Каримова после того, как получил шайбу в чужой зоне. И, соответственно, Каримов завершил усилия партнеров не менее эффектным броском в ближнюю девятку. 2-2 в Альметьевске, и интрига матча закручивается до предела. Путник в атаке, Галеев. Передача на партнера. Есть возможность для броска, но слишком сильная последовала передача на Ахмадулина от Рашида Самигулина. И, соответственно, Ахмадулин уже не смог обработать шайбу. В предыдущем матче с остальными лисами, а вот красной нитью сквозь репортаж, воспоминания и упоминания о нем будут проходить. Спутник также большой вклад в общекомандный успех внес во второй 20-минутке. Но там команда вышла вперед в счете, здесь пока что просто сравняла счет, что тоже уже сродни подвигу. Почему сравниваю матчи? Потому что и там, и сейчас соперник, который представляет золотой дивизион, то есть играет дивизионом выше и вроде бы подходил к этой игре в статусе фаворита, плюс опять-таки ехал в хорошем настроении после победы в предыдущем туре перед визитом в нефтяную столицу Татарстана. Но спутник
последнее слово оставил за собой. Сейчас, уступая с разницей в две шайбы, хоккеисты «Спутника», усиление Руслана Каримова, также смогли выправить ход неудачно складывающегося для себя поединка и, соответственно, вернулись в игру и где-то даже, может быть, деморализовали своего соперника, который, наверное, ожидал во втором периоде, что «Спутник» не окажет столь серьезного сопротивления. Тем интереснее нам с вами будет наблюдать в третьем периоде за противостоянием этих команд. Ну а вторая 20-минутка завершается под аккомпанемент бросков с разных позиций хоккеистов из Челябинска. Белые медведи пробуют взять штурмом ворота Михаила Никитина. Видно, как раздосадован приезжий коллектив тем фактом, что преимущество растаяло на глазах, как первый ноябрьский снег, и сейчас, соответственно, все с чистого листа им приходится начинать. 24 секунды во второй 20-минутке играть командам. Бросок после выигранного вбрасывания. Хитро, но все-таки шайба не последовала в створ, и потому проблем альметьевцам определенных не доставило. Есть возможности у «Спутника» завершить период броском по воротам. 10 секунд на это есть. Шафеев отдавал передачу, не глядя, в расчете на то, что на пятаке кто-то будет. Но там были только хоккеисты в бело-черной игровой форме. И, соответственно, уходит шайба на свободный лед. Там ее застает сирена, которая возвещает об уходе команд в раздевалку. Со счетом 2-2 завершился период. 2-0 локально для альметьевской, если брать только вторую 20-минутку. Ну и еще раз отметим, что дублем отметился Руслан Карим. В первом случае ассистировал ему Григорий Сатин и Донат Шафеев, а во втором случае Григорий Сатин и Донат Шафеев. Два ассистентских дубля, ну и, соответственно, один дубль уже снайперский. Эта троица во втором периоде сломила ход матча, ну, пока еще не в свою пользу, локально только периода в свою пользу, но ход матча переломила и выровняла. С двумя двойками на табло завершаем второй период. Показывают нам самые яркие, опасные его моменты. Вот она, шайба, которую Галеев пытался перенаправить в сетку ворот, но в итоге ленточку ворот шайба там не пересекла, и арбитры, собственно, четко это показали. Но «Спутник» не расклеился после незащитного взятия, тем более, что потом еще одно было взятие незащитное. Все-таки смог довести дело до ничейного результата. Каримов завершил классную комбинацию, которую Шафеев и Сатин начали. Сейчас нам, собственно, также ее обязательно покажут. Вообще интересно будет посмотреть статистику по итогам второй 20 минут. Ее я вам традиционно озвучу перед стартом третьего периода, но думаю, что она будет достаточно показательный, хотя, кто знает, учитывая то, что хоккеисты «Белых медведей» тоже, в принципе, поворотом бросали немало, и вполне возможно, что здесь все-таки небольшое преимущество будет на стороне челябинцев, несмотря на две заброшенные спутниками шайбы. На этих активных событиях и завершился второй период. Уходим и мы с вами на перерыв. Встретимся перед третьей 20 минут.
Дорогие друзья, возвращаемся в эфир. Матч Альметьевского спутника и Белых медведей 2-2 после двух периодов. В первом дважды отличились челябинские хоккеисты, во втором дважды альметьевские. Ну и, соответственно, статистику после второго периода, обещанную, вам готов озвучить. По броскам 19 против 31, это в пользу челябинского коллектива. По броскам в створ 10 против 18, также в пользу челябинцев. При этом во втором периоде дважды забрасывали именно альметьевские хоккеисты. По вбрасываниям 5 против 16, трехкратное преимущество гостей из Челябинска. По блокированным 4 против 8. Несмотря на то, что альметьевцы меньше бросали, челябинцы больше блокировали. По силовым приемам, по отборам счета равны. 1-1 и 3-3, соответственно. По перехватам также 3-3. Ну и самое главное, счет на табло 2-0. По штрафному времени тоже счет равный. По одному удалению было у команд. Кирилл Коряев и Ильнур Шайдулин удалялись. И, соответственно, сейчас команда готова выйти в полных и в равных составах. В формате 5 на 5 продолжится встреча. Нам показывают обе шайбы Каримова. Второй период прошел под его бенефисом. Руслан Каримов дважды отличился. Ну и по два стенских дубля. Это Григорий Сатин и Данат Шафей. Показывают нам, собственно, и Каримова, и Сатина, и 98-го номера Шафеева. Вот она, вся троица как раз-таки была на скамейке запасных. Большое спасибо режиссеру трансляции Андрею Федоровичу Печерову за эту картинку. Удалось нам увидеть ведущую тройку в сегодняшнем матче в составе альметьевского коллектива. Счет равный, поэтому все сначала придется начинать. Белые медведи в атаке. В первом периоде дважды они смогли поразить эти ворота. Но, соответственно, только в эти ворота у нас пока шайбы и забрасывались, поскольку обе шайбы Каримова также пришлись именно на эту рамку, на этот створ. И, собственно, сейчас белые медведи снова будут атаковать. Правый от центральной трибуны ворота, но уже спутник прихватил шайбу и пошел организовывать атаку на левые центральные трибуны ворот, которые сегодня пока оставались в неприкосновенности, но смогут ли они и в третьем периоде остаться сухими, узнаем совсем скоро. Тихов промахивается мимо шайбы, но здесь и Коряев также не смог ее удержать чужих владениях. И, соответственно, сейчас новую попытку предпринимают закрепиться в чужой зоне хоккеисты белых медведей. Сделать им это не удается. Шафеев, слишком слабая передача на партнера. Как итог, контратака. Похожим маневром первую шайбу в этом матче хоккеисты белых медведей забросили. Но сейчас вот такие оставления, перекрестные забегания уже не секрет для спутника. И спутник оказался к этому готов. Досталось там одному из хоккеистов альметьевского коллектива. Соперник так наотмашь отбивался. И акцентировали внимание арбитров альметьевские игроки, что здесь Вильданов, да, именно ему так вот прилетело от 56-го номера команды соперника Леонида Кулешова. Но арбитры оставили это без внимания, посчитав, что там шла целенаправленная мужская и, самое главное, обоюдная борьба. Выиграно вбрасывание. Вбрасывание вообще сегодня очень хорошо удаются челябинцам. И как итог, несколько опасных бросков по воротам Михаил Никитин. Никитин со всеми справился. Еще один бросок. Штанга спасает ворота, но ненадолго, поскольку челябинцы все-таки выходят вперед. Телегин оформляет дубль вслед за Каримовым. Неудачный отскок от штанги, и Телегин поражал уже ворота отыгранного Михаила Никитина. Снова выводит свою команду вперед. Телегин, как и в первом периоде, когда он забросил первую шайбу в этом матче. Но сейчас слишком легко все ему удалось. Наверное, одна из самых легких шайб в карьере. Бросок. Никитин оборачивается. В это время Телегин уже поражает пустые ворота. Не в силах там был помешать ему хоккеист, который находился рядом, Максим Чуканов, поскольку Телегин находился в более выигрышной позиции, находился лицом к воротам. Соответственно, ему не нужно было разворачиваться, перегруппироваться и пытаться занять активную позицию. Он уже был, называется, в самой наилучшей позиции для взятия ворот и без проблем перевел шайбу в
сетку за спину Михаила Никитина. Борьба 2 в 2 в углу площадки. Выходят из нее хоккеисты спутника победителями. И сейчас есть возможность раскатиться, закрепиться в чужой зоне. Наброс на ворота. Подставления там не было. Сейчас шайба уходит на свободный лед. Мимо нее прокатывается хоккеист спутника, которому теперь предстоит вернуться назад. А был это 22-й номер Ратмир Марданов. Ахмадуллин прокатывается за воротами. Передача на пятак, где шайба. Выскочила она в поле и можно играть, показывает арбитр. Что, собственно, обе команды и без указания судейской бригады начали активно притворять в жизнь. Михайлов. Никимов. Против него Михайлов. Есть возможность для броска. И, соответственно, Юсуп его наносит. Шайба транзитом от кого-то из альметьевцев уходит за пределы ледовой площадки. Вбрасывание будет в зоне ворот Михаила Никитина. Нам еще раз показывают на повторе эпизоды, которые поочередно были у ворот Данила Машарова и Михаила Никитина. Удержали гости шайбу в чужой зоне. И сейчас предпримут еще одну попытку там закрепиться. Садык ушел от Горбунова. Садыков пытался уйти. И вот Андрея Матюшина. В итоге шайба переадресовалась Типкову. И Типков уже беспрепятственно дальше на Шафеева. Шафеев вывел из зоны. Но шайбу это потеряли. Матюшин. Горбунов. Прострельная передача. Адресата не нашел. Шафеев. Опять-таки слабая передача в средней зоне. И достается она хоккеистам из Челябинска. Колодий. Бросок поворотом. Отбивает перед собой Никитин. Там только его одноклубники. Поэтому угрозы никакой. Каримов. Теряет Садык в шайбу. Но, собственно, сам же и отбирает ее у Горбунова. И справился за собственную оплошность. Каримов. Против него двое. Каримов хорошо обокрал соперника. Бросок с неудобной. Так вот буквально на ровном месте создал себе момент. И был близок к тому, чтобы забросить и третью шайбу в этом матче. Ну а кто-то, кроме Каримова, сегодня в составе альметьевского коллектива собирается отличаться. Ближе всех был Ильдан Галеев. Однако там судьи в итоге это взятие ворот не то что не засчитали, посчитали, что его не было. Потому что если бы шайба пересекла, она была бы засчитана. Но там, собственно, и был вопрос, пересекла на ленточку или нет. Но Ильдан Галеев был, что называется, на волоске вот взятие ворот. А здесь офсайд. Здесь находился уже Султангиров в зоне, когда шайбу туда завел Лев Бабай. Выходят более привычные партнеры по этому матчу для Султангирова. Мардановы брать по краям. На одного из них сейчас Султангиров постарается эту шайбу выиграть. Выиграл в итоге Эрнеста Аминова, защитника. Аминов ее в зону, а дальше уже бросочек по воротам. Пришлось там немножко постараться Даниле Машарову. Челябинцы в атаке. Может быть опасно. Марданов. Звучит свисток. И, соответственно, сейчас остановка у нас. Ждем решение судейской бригады. Удаление в составе белых медведей. Никим отправляется на скамейку штрафников. Это шанс для
«Альметьевского спутника» снова восстановить равенство. Звено Ахмадуллина на площадке в формате 5 на 4. Две минуты предстоит провести им, а впоследствии их с товарищем, поскольку две минуты одно звено играть не будет. Такие бы не были мастеровитые хоккеисты. Но вот, кстати, недавно было проведено исследование зарубежными аналитиками и посчитали, что Александр Овечкин в Вашингтоне в большинстве проводит в среднем где-то минут 40. Это действительно гроссмейстерская планка, но опять-таки это только избранным доводится. А здесь же в молодежной хоккейной лиге минут 40 в большинстве кому-то одному, даже если у него идет игра, даже если его зовут Руслан Каримов, который сегодня дубль оформил и был близок к хэт-трику, все равно это непозволительная роскошь, будет активная ротация для того, чтобы поддерживать высокий командный темп, ну и все их прекрасно понимают. Вылетела шайба в среднюю зону, и нужно сейчас успевать зайти. Немножко подзатянули со входом в чужую зону. Галеев, хорошая передача на Сахапова. Сахапов в центр, бросок, будет ли добивание? Самигулин, еще один бросок. Шайба там транзитом от чистокола полевых хоккеистов ушла на угол площадки. Галеев, у него бросочек-то что надо, мы это знаем. Сам бросать не стал. Передача на Сахапова. Сахапов в центр. Подставление Ахмадуллина. Но шайба в нескольких сантиметрах прошла от створа ворот. С внешней стороны стойки останавливает шайбу Михаил Никитин. Самигулин ее подхватывает. Сатин, Каримов как раз-таки на площадке. Он шайбу получает от Самигулина. Самигулин отправляется на смену. Выходит Садыков. Каримов тащит шайбу сам. Соперников словно бы не замечая. Ну а дальше у него эту шайбу отбирают, и может действовать Никитин только в трапеции. Садыков. Рахманов его прессингует. Там даже, по-моему, клюшка досталась Садыкову от Рахманова. Но там в полу борьбы и, собственно, без злого умысла, поэтому остановки не было. Отбрасывается, что есть мочи, белые медведи. И снова шайба уходит на угол площадки. Никитин даже не выезжает ее подбирать, поскольку там сразу два полевых хоккеиста за ней последовали. Шафеев начал смещаться в центр, и чуть было шайбу у него не отобрали, поэтому нужно аккуратнее выходить из своей зоны. Ну а пока выходили, теперь уже в равных составах играем. Садыков. Перевести надо на противоположный борт, слишком большая кучность хоккеистов, большая концентрация игроков в этой точке. Но в итоге Садыков заходит сам и хороший бросок наносит. Попади в створ, был бы король просто. Два хоккеиста спутника на периметре. Ждет шайбу Замат Махмутов. Только получает его одноклубник. Но все-таки Махмутов до шайбы добирается. Бросок дважды на себя принимают его хоккеисты из Челябинска. Никимов. Бросок партнеру. Бросок со средней дистанции. Абсолютно один Степан Горбунов наносил. Но принял его на себя Михаил Никитин. Время тает неумолимо. Но есть его еще у спутника. Поскольку чуть меньше 11 минут командам осталось играть в третьем периоде. Пропущенная шайба явно немножко дезориентировала альметьевцев, но нужно находить себе силы отыгрываться, как они это делали во второй 20 минут. Аминов здорово сыграл в отборе. Тюшин. Юсупов. Бросок отбивает Никитин шайбу. Махмутов. Оставили Горбунова ни с чем. Амин слишком долго принимал решение при выходе из своей зоны. И в итоге перехватили шайбу сейчас хоккеисты белых медведей. Но теперь уже спутник пользуется серией ошибок у челябинцев и довел дело до броска хоккеист альметьевской дружины, но за этим броском добивание не последовало.
приятный момент. У ворот Михаила Никитина. Шайбу подхватывает Марданов. Тащит ее Шам. Сам оставляет партнеру Ахмадулин. Самигулин. Хотел Самигулин отдать на противоположный борт. Там сразу три хоккеиста на смену поехали. Но вышел Галеев со свежими силами. И в итоге слаломный проход не удалось ему сделать. Однако все-таки дальше за шайбу поборолся. Оставил его своей командой. Вышла шайба в среднюю зону. Там активно работают лопатами хоккеисты противоборствующих коллективов. И шайба уходит в направлении Никитина. Он останавливает ее за своими воротами. Галеев. Хорошая передача на Сатина. Хороший она была, стала бы идеально, если бы все-таки до Сатина дошла. Комфортно для приема. Но в итоге Сатин шайбой владеет. Бросок из-под защитника. Вылетает шайба от борта. Падают там все и свои, и чужие. И в итоге заметалась шайба. Там уже голкипер был отыгран. Момент продолжается. Сахапов бросок дважды наносил. Оба раза был заблокирован. И сейчас поднята рука вверх. И здесь проброс будет зафиксирован. Был отыгран в той ситуации Данил Мушаров. И, соответственно, там уже в пустые ворота, которые только полевой хоккеист пытался защитить, пытались нанести бросок хоккеисты спутника. Однако застревала шайба в чистоколе полевых. Мужественно принимали ее челябинцы на себя и, соответственно, отстояли, что называется, в прямом переносном смысле свои ворота. 8 минут 10 секунд играть командам в этом матче. Скажу я вам, что по похожему примерно сценарию проходил предыдущий матч «Белых медведей» в Татарстане в соседнем Нижнекамске с «Реактором», где «Белые медведи» одержали победу в основное время с минимальным преимуществом. 4-3 та игра завершилась. Тоже там была голевая перестрелка и пришлось изрядно потрудиться челябинцам. Собственно, и сейчас достаточно трудовой для них матч. На зубах стараются вытащить, но при этом отдадим должное спутнику, который рук не опускает и активно старается второй раз по ходу этого поединка восстановить равенство. Был сейчас близок Каримов к тому, чтобы выйти на оперативный простор, либо предоставить возможность для броска сопернику. Чем ответят челябинцы? Бросок падает там. Хоккеист «Белых медведей», а в итоге встает и получает шайбу еще за воротами. Аминов рядом с ним. С под Аминова передачу. Бабаев бросок заблокирован. Юсупов активно работает. В двух последних матчах мордвинцев переходил на игру в три звена, что позволило ему одержать победу сначала над «Ладьей» в Тольятти, ну а после здесь, над «Стальными лисами» из Магнитогорска. Будем наблюдать. Действительно, вот сейчас Султангирова и Мардановых. Ну, Мардановых я видел в третьем периоде, но сейчас все реже и реже они появляются на ледовой площадке. Возможно, вот нечто подобное как раз и сейчас имеет место быть. Переход на звено. Переход на игру в три звена. Выкатывается шайба из-за ворот. Достаточно опасно. Михайлов после броска принимает на себя. Галеев. Оперативный простор. Но силы-то уже на исходе. Больше сил, очевидно, у Никиты Киселева, который до шайбы добрался первым. Но атака продолжается. Где шайба заметалась она. По-прежнему в чужой для спутника зоне. И, соответственно, удается отнять ее у хоккеистов «Белых медведей». Серия взаимных ошибок. Падает игрок спутника. Молчит свисток. Нарушений правил нет. 6:20 играть. Перехват в средней зоне. Это вездесущий Самигулин успевает все и у своих, и у чужих ворот подчищать. И в средней зоне отлично на перехвате работать. Кулешов. Бросок, шайба уходит на угол площадки. Снова Самигулин в борьбе. Четко отнял шайбу у Щеголева. Римов здорово сыграл в обороне. Самигулин отбрасывается, подхватывает шайбу уже в своей зоне челябинские хоккеисты. Ну нет, преждевременно говорить про переход три звена. Ну, по крайней мере, Султангирова действительно давно не наблюдаю, но вот
одного из братьев Мардановых видел воочию. И, соответственно, также получают они свое игровое время. Шайдулина как раз-таки не вижу, а вижу Марданова, Звенец, Вильданова и Бабаева. Такая пока обстановочка у нас. Вот и Шайдулин, собственно, выходит. Тихов. Шайдулин вдвоем посинговали соперника. Здесь уже Киселев Бабаева встречает. Бабаев, стоит полагать, обидчика запомнил. Чуть было не обокрали сейчас Никитина, но успевает вовремя Никитин вернуться. Пытался остановить он шайбу за воротами и, соответственно, подоспел там нападающий белых медведей и выцарапал в борьбе у голкипера эту шайбу, а дальше отправил ее партнеру, который по замыслу должен был поражать пустые ворота альбинского спутника. Показывают нам Сергея Викторовича Порфирьева, тренера хоккейного клуба «Спутника», некогда непроходимого защитника альметьевского «Нефтяника», воспитанника альметьевского хоккея, который вместе с командой поднимал над головой кубок «Братина» в сезоне 15-16 года. Аминов. Сатин пошел в чужую зону. Сахапов мог шайбу оставить, вместо этого по борту ее катает. Галеев на противоположном принять не смог. Принимает Махмутов, но в средней зоне. Сахапов просто в чужую зону. Здесь до последнего Машаров выбирал, что же ему сделать. Зафиксировать шайбу или отдать полевым для того, чтобы поддержать высокий командный темп. Ну и, соответственно, остановился на втором варианте. Бросок транзитом от Михайлова. Шайба уходит на угол площадки. Действительно, практически без пауз играем. Михайлов. Каримов шайбу накрывает в чужой зоне, но в итоге остается она белым медведем. Может быть опасно. Бросок из-под Михайлова. Телегин. Хэт-трик. 2-4, и это весомая заявка на общекомандный успех. Никита Телегин забрасывает свою третью шайбу и забирает у Каримова лавры лучшего игрока этого матча. Так вот, держал шайбу, посмотрел, окинул взором площадку, увидел, что едет партнер на добивание и, соответственно, бросает сам. Если попадет в створ удачно, если даже отразит голкипер, то там вторым темпом ехал нападающий, который мог эту шайбу добить, но в итоге усилия партнера там не пригодились. Телегин сам поразил ворот соперника. Да, и для Телегина эта шайба становится пятой в сезоне. Две он забросил по ходу предыдущих 19 матчей, 3 забросил уже сегодня. То есть больше, чем за предыдущие 19 матчей Телегин отличился сегодня. При этом он по-прежнему один из лучших ассистентов команды. На его счету 14 голевых передач. Ну, больше у капитана Дмитрия Киржакова 16 и защитника Владислава Юсупова. Нет, про Юсупова нет, ввожу в заблуждение. Только Киржаков. 2:11 играть командам в третьем периоде. За это время нужно спутнику сделать то, к чему команда шла весь второй период. Отыграть две шайбы. Времени мало, но оно есть, и им нужно дорожить.
Не исключено, что по такой игре, ну давайте посмотрим опасные моменты. Здесь бросок Ильдана Галеева заблокирован, хотя позиция-то убойная была. Снова Галеев владеет шайбой, снова бросок, ну там три хоккеиста перед ним были, разумеется, шайба при такой диспозиции до ворот обычно не долетает. Галеев не дал ей покинуть пределы чужой зоны. Сейчас капитан очень активен, берет игру на себя, взвалил на себя лидерскую ношу в предыдущем матче. Он так дублем отметился. Сейчас пока что очков не набирает, но действует очень полезно на льду. Аминов. Махмутов. Борьба в углу площадки. Еще один бросок. И здесь попадает шайба 74-го номера Эрнеста Аминова, который очень активен в третьем периоде при обороне своих владений. И уходит за пределы площадки. 50 секунд осталось играть командам в третьем периоде. Тайм-аут берет Сергей Дмитриевич Мордвинцев. Есть ему что обсудить со своими подопечными. Вбрасывание сейчас, конечно, будет в зоне у ворот спутника, поэтому голкипера не снимут. Но если игра перейдет к воротам белых медведей, то не исключено, что Михаил Никитин поменяет на 6-го полевого. Пока что Никитин вынужден вернуться своим владением. И, соответственно, белые медведи отправляются в зону атаки на вбрасывание. Звено Горбунова, ведущее звено на площадке. И звено Сатина ему будет противостоять. Выиграл Горбунов вбрасывание. Наброс на ворота. Шайба в Горбунова, собственно, и попадает. С разворота бросок. Каримов. Отбрасывается перехват в средней зоне от челябинцев. Снова они вводят шайбу. Никитин ее накрывает. И, соответственно, даже вводить в игру не стал рисковать, поскольку там рядом были и Горбунов, и другие хоккеисты в бело-черной игровой форме. Конечно, очень важно сейчас выиграть вбрасывание. Иначе о том, чтобы разменять Никитина на 6-го полевого, и речи быть не может. Мадулин теперь на вбрасывание. Выигрывает его для команды. А дальше уже переход из обороны в атаку захлебнулся, поскольку снова перехват за челябинцами. Самигулин. Да, отправился Никитин в пользу 6-го полевого. 15 секунд есть. Бросок поворотом, где шайба заметалась. Она, челябинцы ее выбрасывают. Ворота пустые. Кто успеет первым? Успевает первым к ней челябинский хоккеист. Бросок поворотом в пустые ворота. Забрасывается пятая шайба в матче. И это весомая заявка на общекомандный успех. Киржаков, капитан, становится автором заброшенной шайбы. Он попадает в заслуженное объятие партнеров. Да, кто-то скажет 5-2, легкая победа белых медведей, но мы-то с вами были очевидцами этих событий, и легкой эту победу, конечно же, не назвать. Действительно, спутник приложил много усилий для того, чтобы навязать борьбу, и временами смотрелся даже интереснее противника. Когда я говорю временами, я, конечно же, имею в виду второй период, который остался полностью заявным преимуществом спутника. Несмотря на то, что даже где-то статистические цифры были в пользу белых медведей, но счет на табло самое живое подтверждение силы команды. Но в третьем периоде все вернулось на круги своя. Три безответные шайбы, третья заброшена была в пустые ворота. И, соответственно, остается секунда до окончания матча. Теперь можно называть вещи своими именами. И белые медведи могут уже поздравлять друг друга на скамейке запасных своего коллектива, поскольку за секунду три шайбы не отыграть даже чисто физически.
Да, завершается этот матч со счетом 5-2. Белые медведи празднуют победу в этой игре и, соответственно, будут готовиться к следующим поединкам с серией из 5 побед к ряду. Спутник следующий матч проведет 16 ноября, примет у себя дома уфимский «Талпар». Есть сейчас у команды немного времени для того, чтобы провести работу над ошибками и, соответственно, разобрать неудачный поединок, отметить то, что действительно команде хорошо удавалось, и выйти на «Талпар» заряженными для того, чтобы снова все вернуть в победный русло. 16-го здесь, во Дворце спорта «Юбилейный», 18-го поднимается «Спутник Уфимский Талпар». 18-го авто из Екатеринбурга, в час дня, это будет суббота. Дальше 25 ноября «Локо-76» из Ярославля, это также будет суббота. Ну и 27-го команда снова встретится с «Локо» 18-00, это будет понедельник. 29-го «Ладья» и, соответственно, 30-го «Ладья», дальше уже 6 декабря. В следующий раз команда отправится на выездную встречу с остальными лисами из Магнитогорска. В среду она встретится. Соответственно, если говорить о белых медведях, то дальше их ожидает выезд в Ханты-Мансийск. 13 числа команда там в понедельник проведет встречу в 17.00 по московскому времени против «Мамонтов Югры». 13 и 14 ноября вот такие вот спаренные матчи. 23-го белые медведи возвращаются на родной лед, принимают 23-го и 24-го казанский «Ирбис». 26-го и 28-го экзаменуют действующего чемпиона «Чайку» из Нижнего Новгорода. И, соответственно, 6 декабря белые медведи принимают «Реактор», а 9 декабря встретятся дома уже с «Альметьевским спутником». Традиционно неудобный соперник белые медведи, хотя кто об этом вспоминал во втором периоде, когда Каримов своим дублем смог сравнять счет в этом матче, но в третьем периоде три безответные шайбы предопределили исход поединка. Статистику его вам озвучу. 49-83 по броскам в пользу белых медведей, по броскам в створ 22 против 47, по вбрасываниям 14 против 38, по блокированным броскам 13 против 19, вроде бы и бросали белые медведи чаще, но и блокировали чаще. Зато по силовым приемам спутнику равных нет, 15 против 4. По перехватам 9 против 15 белые медведи, по отборам 9 против 11 снова белые медведи. Ну и 3 удаления у медведей, 1 удаление у спутника, однако в большинстве трижды играл спутник и отличиться в большинстве не смог. Обе шайбы были заброшены в равных составах. Нам показывают уже в третьем периоде, как забрасывались шайбы. Вот он, Телегин, который в итоге сделал хэт-трик и забрал себе единоличные лавры лучшего игрока, хотя Каримов на них, конечно же, претендовал. Ну и дальше уже в пустые ворота капитан Дмитрий Киржаков поставил победную точку в этом матче со счетом 5-2. Команда оформила победу и, соответственно, готовится к следующим матчам, имея 5-матчевую победную серию. На этом у нас все, дорогие друзья. Меня зовут Всеволод Воркин. Благодарю творческую бригаду во главе с режиссером трансляции Андреем Федоровичем Печеровым. Благодарю прежде всего вас за внимание к этому поединку. Увидимся с вами на хоккее. Сергей Дмитриевич, да, просьба прокомментировать встречу. Ну, хорошая игра. Первый период. Второй выровняли. Ну, хотели выиграть. Наверное, это желание перехлестнуло. Немножко совершили опять ошибки. После чего забили нам голы, да? Ну, пытались, до конца играли. Не получилось. Спасибо. Готовимся к следующим играм. Руслан, как прокомментируешь сегодняшнюю встречу? Вроде бы удалось переломить. Чего не хватило? Хорошая игра была. Я думаю, что не хватило немного везения. Команда соперника воспользовалась своими моментами, забили нам голы. Счет на табло. Расскажи, как сам забивал свои голы? Честно, не помню. Просто вышел в 1-0, положил под планку. В одном моменте обыграл, завез ее в ворота и все.
Ты когда перед этим матчем? Во сколько вернулся? Сегодня только? Да, я сегодня в 3 часа ночи прилетел. Ну, приехал домой уже. Вот. Поспал немного. Поехал на раскатку. Перед игрой не получилось толком выспаться. Там позвонили, проснулся. Немного не выспался. Не, в целом хороший матч провел. Рад своей игрой. Готовимся к следующим, более удачным. Конечно. Самое главное, чтобы команда побеждала. Спасибо, удачи. Спасибо.